Всем добрый день, меня зовут Лев. Сегодня мы продолжаем обзор стенда компании TrueCloth на выставке ISI 2019. Сейчас я хотел вам показать наше новое программное обеспечение, которое разработано для проведения сеансов видеоконференц-связи в переговорных комнатах, построенных на основе ПК. Как мы знаем, для использования ПК в переговорных комнатах нам нужна качественная периферия, зачастую это USB-периферия, и у нас сегодня на стенде есть потрясающая новинка, которую мы полностью интегрировали с нашим решением. Она называется Logitech Tap, это USB-монитор. Давайте я вам продемонстрирую, как с помощью него можно очень легко на терминале TrueCloth создать конференцию. Вот перед нами находится терминал, вот от него панель управления. Соответственно, я просто нажимаю на панели управления «Позвонить», выбираю конференцию, к которой хочу присоединиться, и вызываю ее. И на нашем экране сразу появляется групповая конференция. Но для этого мне надо принять вызов у владельца конференции. Буквально одну минуту. Вот я принимаю вызов. Все, вызов я принял, и сеанс связи на терминале начался. Как вы видите, качество конференции может достигать разрешения Ultra HD 4K. Мы используем 4K экраны, 4K камеры, соответственно, и обыкновенный компьютер в маленьком форм-факторе, который называется Intel NUC, для того, чтобы к нему подключить эту периферию и обеспечить вот это высокое качество видеосвязи. Если мы подойдем ближе, мы сможем увидеть, что даже контент, который передается с MacBook'а, он отображается в очень высоком разрешении на этом замечательном экране. Вот. Мы также можем с помощью пульта полностью управлять участниками конференции, раскладками. Ну, давайте я попробую поменять раскладку. Я просто кликаю, и сразу мы видим, как раскладка изменилась. Раскладок наше приложение поддерживает множество разных. Ну, я думаю, вы с ними уже знакомы. Никаких отличий от Windows-приложения здесь нету. Просто это все делается в один клик. Последнее, что я очень хотел добавить, и я думаю, важно понимать всем профессионалам, которые занимаются оборудованием переговорных залов, это то, что наличие вот таких вот USB-дисплеев, которые, по сути, являются вторым экраном для терминала в переговорной комнате, это последняя недостающая деталь пазла, которая наконец-то позволит нам использовать ПК как основу всего внутри переговорной комнаты. С точки зрения удобства использования, теперь нету никаких отличий между традиционным аппаратным кодеком и ПК. Давайте я вам объясню, почему. Вот посмотрите поближе на то, что мы здесь видим. Во-первых, вот это устройство. У него есть альтернативы, не обязательно использовать Logitech. Сам принцип USB-монитор. Чем хорош? Традиционно, когда мы приходим в переговорную комнату на основе ПК, нам необходимо каким-то образом управлять терминалом. Способов для этого существует на самом деле всего три. Первый способ – это воспользоваться беспроводными клавиатурой и мышкой. Ну, согласитесь, это очень сложно, потому что на большом экране издалека прицелиться мышкой в высоком разрешении проблематично. Ну и вообще, как бы, это неудобно. А переговорку устройства у нас общественное, приходят люди разной квалификации, разной грамотности. Кто-то дружит с техникой, кто-то нет, поэтому доверять им кликать куда попало – плохая идея. Должно быть простое, как телефон устройство, которое кликнул и позвонил. Поэтому клавиатура, мышка – плохой вариант. Следующий способ – это использовать так называемые приложения для планшета. Мы такой способ тоже поддерживаем. Есть возможность использовать специальное приложение для управления терминалом с планшета для платформы Android и, соответственно, для iPad'ов на операционной системе iOS. Но чем плох вариант с планшетом? Необходимо взять планшет в руки, необходимо его разблокировать, необходимо запустить программу для управления терминалом. И только после этого можно будет совершить вызов, либо принять вызов. Согласитесь, много лишних действий, которые, опять же, пользователям переговорной комнаты будут достаточно непонятны и сложны. Поэтому сегодня мы пропагандируем третий способ, который и заключается в использовании USB-монитора, который лишен всех этих недостатков. Почему? Благодаря тому, что, по сути, это второй экран нашего ПК в переговорной комнате. Любое касание к нему автоматически заставляет ПК проснуться. Благодаря тому, что второй экран не передает никакой информации по сети. Он просто отображает рабочий стол компьютера или приложение, специально для созданное для второго экрана, как в нашем случае. Он имеет мгновенную реакцию, никаких задержек. Он может в реальном времени выводить раскладку конференции, все что угодно. А самое главное, благодаря тому, что мы теперь напрямую связаны, пульт управления терминалом в виде вот этого USB-монитора и терминала напрямую связаны между собой, нет необходимости
иметь интернет-подключение, которое зачастую требуется при использовании планшетов. Ведь чтобы планшету принять входящий вызов на терминале, скомандовать ему «прими вызов», необходимо получить пуш-нотификацию из облачных серверов Google или Apple. Теперь, используя тач-монитор, это не требуется. И ПК можно использовать в переговорных комнатах без интернета в полностью закрытых сетях. Поэтому теперь совершенно нету никаких отличий между, с точки зрения пользователя, между использованием терминала, построенного на ПК, и терминала, построенного на традиционных аппаратных решениях. И последнее, что я хочу добавить, вот в данном конкретном случае, касательно устройства Logitech Tab, это то, что здесь есть встроенный сенсор приближения. Вам даже не обязательно кликать по экрану, чтобы разбудить ПК. Устройство само увидит то, что вы находитесь в помещении, или зажгли свет в переговорке, и проснется, и разбудит компьютер, послав ему соответствующую команду. Поэтому пока вы до него дойдете, уже все будет готово для того, чтобы вы начали с ним работать. И экран проснется, и пульт управления проснется, и все, вам останется только кликнуть и позвонить кому-то. Вот такая новинка сегодня на ESI 2019 представляет компания TrueConf совместно с компанией Logitech. Надеюсь, вам понравилось. Подобные наборы очень скоро появятся на сайте нашей компании системный интегратор Unisolutions, поэтому обращайтесь, будем рады для вас их предоставить. И до связи. Спасибо.